Так, ну что, понедельник, день тяжелый, и мы начинаем входить в режим съемок нашего шоу «ББ». Сегодня уже посмотрели первый выпуск, и спасибо вам большое за обратную реакцию. Для нас очень важно, чтобы вы смотрели, снимали сторис, были заинтересованы. Давайте обсуждать наше шоу в комментариях, что нравится, что не нравится, что бы вы хотели увидеть, какие темы вы бы хотели, чтобы мы затрагивали, что вас больше интересует, что-то связанное с политикой или красоты, или, естественно, тема, которая неизменна, отношения мужчины и женщины, мамы и дети. Ну, то есть вот мы будем обсуждать все, что в нашей жизни присутствует. Мы с Ксю готовы. Сегодня опять у Ксюши прекрасный день, потому что она рядом со мной. Нам вернули зеркало наконец-таки. Серьезно. Сегодня будет тема. И очень-очень страшные вещи происходят в этом мире, которые сегодня будем обсуждать. Так, ну что, мы пишем второе шоу за один день. Молчаливые сторис. Просто голоса нет у кого-то. Он закончился. Такой костюмчик зелененький. Загорелые пока еще ножки без колготочек. Теперь сейчас смеялись, что фотки красивые, сторис будут только пока с этих гримёр, потому что мы здесь всегда накрашены, потому что здесь мы собираемся в кадр и выходим в студию. Я приехала на шоу, на работу полвторого. Сейчас 10:40, чтобы вы понимали, то есть посчитать, сколько я нахожусь, мы сняли два шоу. Сейчас работаем в таком режиме. Я думаю, что мы будем продолжать так работать, чтобы были выходные у команд. Вот. Но это, конечно, эмоционально тяжело. Одно шоу по эмоциям тяжело, когда ты там просто темно. В этом здесь договорен. Одно шоу тяжело, когда ты эмоционально выкладываешься и проникаешься историей наших героев, и им сопереживаешь, и живешь, проживаешь с ними их боль, их ситуации, проблемы. Одно шоу тяжело, а два — это вдвойне. Но я уезжаю опустошенной немножко, потому что отдала. Когда примерка прошла успешно, все довольны, дизайнер доволен, все собрались, фотографии. Ну что, скажи, что во мне тоже есть этот дух любви, красоты. Есть, 100%. Ты тоже дизайнер. Я же с такими вещами не занимаюсь, с такой красотой. Каждый должен заниматься своим делом. Да. Оля контролировала каждый миллиметр. Каждый микромиллиметр, каждый вырез, каждый... Камушек этого нет. И стежок. Вот, но мы все как бы определились. У нас есть уже понимание, есть уже даже то, что надевать и снимать. И отрисовать, и доращивать. В общем, клево, клево. Вот этот фанат из своего дела, когда вот просто ночью, сколько мы, 2 часа, я думаю, за это до минутку, я еще говорю, давай, он говорит, давай. Честно, у меня в 8 месяцев уже прошло, как я болела. Я обязательно сделаю еще, да? Вот, я в этом все равно, как бы, вы
наши. Вот. Я вообще считаю, что наша молодежь самая лучшая, самая продвинутая. Всем доброго дня. С самого утра мотаюсь по делам. Всяким разным. Так люблю этот фильтр, но он искажает цвет. Сегодня птенчик. Вот. Вот. Я единственное не поняла, а может быть такое, что у меня происходит акклиматизация? Потому что раньше никогда такого не было. А тут такие морозы. Я себя очень хорошо чувствовала на Мальдивах, просто шикарно. Ну, понятно, что меня вырубало, я не могла рано проснуться, и это даже круто, я высыпалась, восстанавливалась. Но тут в Москве, обычно, когда я прилетала домой, все так у меня бодрячком, то ли я эмоционально тоже очень много себя отдаю, что-то какое-то такое странное состояние, вроде все хорошо, а вроде так и не очень. Ко мне приехал заранее с подарочками, чтобы вы понимали, вот эта вот шуба, которая просто вызывает восторг у всех, это вот эта девчонка. Ой, спасибо большое, спасибо. Боже, 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 боже. Сейчас, подождите. Боже, боже, боже. Ой, ну все, день рождения только сегодня ночью, а у меня уже подарочки. Вы понимаете, сколько? Раз, два, четыре потрясающих изделий, от которых я просто в восторге. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Оля. Ласта. Очень приятно. И нам тоже. Собственно говоря, вот вы из другого города, да? Мы вообще из другой страны. Из другой страны приехали специально ко мне, чтобы лично мне все вручить. Спасибо вам большое. Мы вас любим. Спасибо. Ну все. Приехала я наконец-таки в Аласта, чтобы после солнечных ванн увлажнить личико. Сегодня немножко занимаюсь собой, радуя себя, свое тело. Вот. А это, кстати, шубка от ребят, которые только что мне привезли еще. Чего? Столько всяких изделий, верхняя одежда. Как раз у нас морозы. Сделать распаковку вечером. Залина расписала косметологам целую программу. Начнем мы с Hydra Facial упрощенный, чтобы сохранить немножко еще легкий загар. Затем мы сделаем Skin Tie называется, да, Наташа? Skin Tie на аппарате BBL. Это BBL, это лифтинг. Лифтинг. А еще какой-то новый аппарат успел прийти. Да, Esmo 12. Esmo 12. Там и лифтинг. Лифтинг. И омоложение. То есть накануне даты 20+15 мы делаем лимфодренаж, лифтинг и омоложение. Чтобы просто даже для себя блистать и сиять. Потому что отмечаю я, конечно, чуть позже, но все равно сегодня праздник ночью начинается мой. Приучаю себя любить себя. Мои хорошие, всем привет. Вы знаете, что я просто фанат потрясающих ароматов. Очень тщательно подбираю ароматы под себя, то есть слушаю внимательно, смотрю, ухожу, возвращаюсь иногда к тем ароматом, которые сначала не произвели на меня впечатление. И вот сейчас меня просто вели в восторг вот эти два аромата. Baccarat Rouge 450. Я уверена, что модницы уже слышали про этот парфюм. И вот этот вот аромат Eccentric 02. Вот так он выглядит. И если нанести эти ароматы вместе, то получится такой коктейль из
сексуальности, нежности и элегантности, просто, девчонки, мужчин сводит это с ума. Я сама кайфую, когда от меня очень приятно. И если вы намерены в этом году сводить с ума мужчин по всем фронтам, то рекомендую вот эти два потрясающих аромата. Смотрите, у меня уже сколько осталось. А тут я новую завлекалочку придумала миксовать, так что берите на заметку. А вот по этой ссылке мой проверенный интернет-магазин, где только оригиналы. Переходите. И вот делюсь абсолютно, скажем так, от всей души вот такой завлекалочкой в виде смешания, смешения. Так. Комплексная программа. Это у меня аппаратики подключились. Называется аппарат SM12. Вот сейчас косметолог расскажет, что это все. Сейчас мы проводим комплексную программу, которая включает и миостимуляцию, и лифтинг, и дренаж, релакс-процедуру для кожи. То есть мы получаем хороший видимый эффект лифтинга и хороший лимфодренаж. И релакс.